Всем привет! Рада видеть вас вновь на своем канале. Сегодня я опять хочу рассказать вам про свои удачные покупки на сайте AliExpress. На этот раз я выбирала для себя идеальное платье на разные случаи жизни. То есть мне нужно было платье, в котором можно пойти на работу, на мероприятие. И таким образом я выбирала разноплановые модели. Основным критерием выбора для меня было, чтобы платье было не дороже 1000 рублей, ну и, соответственно, хотелось получить хорошее качество платья. И давайте же начнем с первой модели, которую я выбрала для того, чтобы ходить на работу. Это платье классического кроя, вот такое вот платье-футляр. Оно выполнено из трикотажа, и трикотаж достаточно плотный. Поэтому на совсем жаркую летнюю погоду это платье не совсем подходящее. Но на прохладное лето и начало осени будет идеальным, особенно если вы оденете сверху какую-нибудь кофточку или пиджак. Понравилась мне расцветка, вроде бы сдержанная, но есть яркие акценты. Белая вставочка на груди немного расширяет эту область, и вот здесь вот есть как красный поясочек, имитация его, и он продолжается и сзади. И также подол здесь выполнен полностью по всему платью. Он у нас выделен красным цветом. Это платье в размере S, и оно очень комфортно сидит по фигуре, то есть оно не смотрится прям в облипку, но и в то же время мешком не выглядит. Хорошая покупка, но если вы носите размер XS, то, скорее всего, вот это платье будет вам большевато. Следующее платье, которое я для себя выбрала, было вот такое вот. Уже оно более модного кроя. Как вы видите, здесь вот такие воланы, есть рукавчики. И оно достаточно длинное. Из плюсов могу выделить, что здесь хорошая ткань, но она мнется. И очень оригинальный модный дизайн. Также в комплекте шел вот такой тряпичный поясочек. И он отлично смотрится именно с такой длиной платья, потому что у меня есть подобное платье, но немного короче. И с поясом оно смотрится не очень хорошо. А вот как раз таки в платье с длиной ниже колена поясок отлично дополняет и как бы обрамляет фигуру. И таким образом силуэт смотрится стройнее. Но опять же, вы можете носить его без пояса. Это уже будет такой более расслабленный стиль. Также я могу сказать, что такое платье отлично подойдет девушкам в положении, потому что крой у него расклешенный к низу, поэтому очень оно просторное, если не надевать поясочек. Это платье я могу порекомендовать, если вас не смутит, что ткань хлопковая и достаточно легко мнется. Но в таком платье вы не останетесь без внимания, в любом случае оно смотрится необычно. Забыла сказать, что это платье идет в одном размере, и в принципе за счет свободного кроя оно подойдет на размер от S-ки до L-ки свободно. Ну и последнее платье, которое я заказала в этот раз, мое самое-самое любимое, просто обожаемое на данный момент, это вот такое вот платье. Оно расклешенное, и самое классное в нем это вот такой вот принт в виде красных помадок. Просто это мечта бьюти-фаната, визажиста. Я думаю, что всем, кто неравнодушен к макияжу, к косметике,
это платье придет по душе. Что самое интересное, оно выполнено из такой вот набивной ткани. Также мне очень нравится, что подол юбочки расклешенный, и она выглядит таким вот колокольчиком. Она не совсем длинная, но и не короткая. И особо хочу отметить, что вот эта вот ткань не мнется. Вы можете свободно брать в поездку с собой это платье, и если у вас не будет возможности его погладить, вы просто достанете его из сумки или из чемодана, оденете, и оно будет просто отлично смотреться, как будто вы только его отпарили. Я уже это проверила. Если вы обратили внимание, то на вечеринке NYX Face Awards я была именно в этом платьице, и я приехала в Москву на поезде. Это платье у меня было с собой, оно было свернуто, лежало в пакете, и потом я его достала и переоделась, и на нем не было ни одного излома, никаких помятостей, как будто его только погладили и примерили. Поэтому это платье прошло уже всевозможные проверки, и им я довольна на 100%. Здесь у нас идет размер M, и, кстати, у продавца вот таких платьев очень много, с различными расцветками, то есть можно выбрать не такую, если вас смущает такой веселенький принт. Есть там более спокойные, более классических расцветок. Я очень советую вам присмотреться и к такой модельке, потому что она обрамляет фигуру, очерчивает талию. И также подол платья таким вот колокольчиком придает женственности. Мне очень нравится, как это выглядит. Также хочу обратить внимание, что очень комфортно в таком платье ты себя чувствуешь. Оно не сковывает движение. В общем, из всего заказа это платье самое любимое. И, скорее всего, я закажу еще себе какое-нибудь другой расцветки, потому что модель на 100% моя. Если у вас похожая фигура, то я рекомендую присмотреться к таким вот фасончикам платья и обратить внимание на вот такую вот набивную ткань. Она очень хорошо держит форму, и она не мнется. И на этом у меня все. Надеюсь, что из моего видео вы узнали что-то новое. И я считаю, что это достаточно достойные экземпляры платьев стоимостью до 1000 рублей. Не всегда можно найти что-то подобное в розничных магазинах. Если у вас также есть какие-то крутые находки, обязательно напишите мне в комментариях, потому что платьев много не бывает. Я готовлю еще несколько видео о своих заказах с AliExpress. Их у меня было последнее время достаточно много, есть о чем рассказать. Так что, если вам интересна такая тема, обязательно подписывайтесь на канал, кнопочка внизу. И я буду рада видеть вас в следующих своих видео. Всего вам хорошего, пока-пока!